Спасибо еще раз, всем привет. Всех рады видеть, рады приветствовать на нашем таком важном мероприятии. Переводить. У нас компания международная, интернациональная, поэтому мы на долгий заказ. Конечно. Хотим вас всех поприветствовать. So we would like to continue with support of two languages. Round of applause for my amazing translation. Есть такая хорошая традиция у волков собираться на праздник и весело его отмечать. Что важно, да, традиции? Конечно же, важно ее соблюдать. Какими бы ни были трудными времена, настроение или погода, важно ее соблюдать. И я очень рад, что мы уже 6 лет ее неукоснительно соблюдаем. Сегодня день рождения компании Wise Rules Group. Нам 6 лет. Если сравнить с человеком, мне кажется, мы уже достигли такого подросткового возраста. So, there is such a good tradition among Wise Wolves to gather a pride for a birthday and other celebration of the family to have fun. And what is the most important thing in tradition? Of course, they need to constantly follow it, no matter what times, weather and moods. We are following our tradition. We are very glad to see you all and your children in our important event. Today, Wise Wolves Group turns 6 years old. Аплодисменты. Actually, if we compare it with the human age, it's a child. So, and our child is growing in very interesting and very difficult condition right now, which you all know. But то, что на английском, да? Да. Но все мы растем в такие сложные и непростые времена. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, в каких условиях нам приходится развиваться. Но что хотелось бы сказать. Сложные времена, они рождают сильных лидеров и сильные команды. Поэтому особенно важно именно вот в этот период, в эти времена, уметь быстро принимать решения и приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Что мы с вами вместе продемонстрировали это на нашем прошедшем году жизни. So what you all know, there are difficult times to create strong people and strong leaders. Now more than ever, we need to be able to make wise decisions quickly and adapt to the ever changing conditions which we have demonstrated together in our 6 years of existence. Я думаю, у каждого есть что вспомнить, как мы прожили свой 6-й год жизни. На самом деле было очень много хорошего. Я, пожалуй, отмечу только, наверное, самые общие и важные вещи. Самое важное, мы выросли в клиентских активах. Это означает, что мы продолжаем расти. Наша компания начала очень важную для себя вещь – трансформацию в цифровые финансы. Мы открыли целое направление Digital Assets, которое позволит нашим клиентам, по сути, открыть дверь в мир криптовалют. Мы очень быстро с вами собрались и реализовали проект по переезду из нового, из старого офиса в новый. Было очень сложно, было очень нервно, но мы сделали это. Более того, мы даже успели ответить на Василия. Да? Большое спасибо двум. Для меня еще очень важно, что в жизни команды присутствует склад. И также важное событие, которое не могу и не отметить, у нас появилась корпоративная футбольная команда. Чем больше спорта у нас, тем лучше. We have a lot of good awareness. Everyone will remember something different, and in general it's very important to mention right now. We grow in a volume of clients assets
we have launched the most important direction of development in digital assets, which will open doors for our clients to the world of cryptocurrency. We move from one office to another and even managed to celebrate this. Thank you very much. It was very hard, but you make it. And very important, we have a corporate football team that is already making a success. We have not stopped but continue to grow. Ну, в общем, сегодняшний наш праздник так или иначе связан с семьей, поскольку волки – это такое стадное, семейное, стайное животное. Собственно, я очень рад, что здесь присутствуете вы, ваши детишки. И хотел бы, собственно, вам пожелать на следующем нашем году жизни принимать те самые быстрые и мудрые решения, постоянно чувствовать поддержку своих семей, вот, и работать с максимальной пользой, с максимальной отдачей. Хорошего вам вечера, с праздником, с этой звездой. So, Wolves, our team is a family, and the band's birthday is a family celebration. Therefore, the format of our today's event is a family event. I wish us to make these decisions, feel the support of the family, and work with maximum benefits. And of course, enjoy this evening, and let's start the party! Woo! Tell me if you want to dance. Say it with your hands. Hands, 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 hands. I'll put on my party pants. Hands, 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 hands. You can take them off again. Yeah, yeah, whoa, yeah, yeah. Let's put some colors back in the sky. Let's put some colors back in the sky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balloons. We can get it popping like a bubble. Bottle got me seeing kind of double. You'll be looking like a supermodel. Balloons. Poppin' like a bubble.